Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в белой гостиной Дома-музея Чичерина. Эта гостиная в доме Чичериных называлась музыкальной залой. Особое отношение в семье было к музыке. Прекрасной пианисткой была мама Жоржина Егоровна. Она божественно исполняла сочинения Шопена и Бетховена, и Георгий Васильевич впоследствии напишет о своем характере, как о несколько замкнутом, но в то же время до обостренности восприимчивом, и добавит, что этому способствовала музыка и литература. В доме было много музыкальных инструментов. Помимо рояля фирмы Гёц, было фортепиано, виолончель, флейта, скрипка, цитра. И дети, а их было в семье трое, старший Николай, сестра Соня и младший Георгий, с удовольствием занимались музыкой и принимали участие в домашних концертах. Эта белая гостиная вечерами превращалась в центр духовного общения детей и родителей. Здесь устраивались домашние концерты, и маленький Георгий напишет в своем дневнике: «В 7 лет я дал свой первый концерт, играя Бетховен, весь вечер Бетховена в белой зале Тамбовского дома». А еще семья Чичериных – это люди образованные, просвещенные, проводили в своем доме лекции музыкальные и вечера классической музыки, которые получили название музыкальных чичеринских сред. В этих мероприятиях принимали участие не только члены семьи и маленькие дети, но и гости дома, в частности, учащиеся музыкальных классов в губернском Тамбове. Впоследствии эти музыкальные классы, это самодеятельное такое образование, были преобразованы в императорское музыкальное общество, а затем уже в учебное заведение в советские годы, в музыкальное училище. И вот эту традицию «музыкальные вечера в белой гостиной» музей продолжает со дня своего открытия. То есть уже более 30 лет в нашей белой гостиной по средам, каждую последнюю среду месяца проходят музыкальные вечера. И сегодня мы с удовольствием представляем вашему вниманию концерт в белой гостиной Дома Чичериных. Мы с вами сейчас перенесемся в атмосферу 19 века и представим, что в белой зале Тамбовского Дома Чичериных опять звучит музыка. Thank you.
Thank you.
Thank you.